Сегодня вашему вниманию будет представлено 10 поединков, 9 рейтинговых и один титульный бой за звание интерконтинентального чемпиона по версии ВБА. Сегодня с вами вечером будем наблюдать и комментировать эти поединки. Я Левченко Максим, мастер спорта Украины по боксу. И Владимир Калиниченко, мастер спорта Украины по боксу, тренер по боксу. Мы рады приветствовать вас на юбилейном турнире по профессиональному боксу Pro Boxing Show 10, которую организовала для вас компания Union Boxing Promotion. Перед тем, сегодня вы увидите поединки с участием боксеров компании Union Boxing Promotion с их участием. Не будут участвовать только боксеры Сенченко, Вячеслав, который в данное время готовится к своему поединку, к защите своего титула по версии ВБА. Следующий бой, возможно, он проведет в апреле. Также Станислав Мердов сегодня отдыхает, так как он недавно тоже проводил бой свой в Австралии. Ну, об этом мы поподробнее вам расскажем. Центральным поединком сегодняшнего вечера станет бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии ВБА, в котором будут сражаться за титул Джозеф Надь в Венгрии и наш боксер Яго Киладзе, представляющий Union Boxing Promotion. Итак, дамы и господа, Pro Boxing Show 10. Вот, это 10-й турнир по счету уже в рамках проекта Pro Boxing Show. Ну, я хочу сказать, это первый турнир профессиональный бокс. Компания Union Boxing Promotion проводился здесь, во дворце спорта «Дружба», где сейчас проходят наши соревнования, 3 июля 2000 года. Тогда наш боксер Алексей Трофимов победил боксера из Санкт-Петербурга Ярали Аралиева. Вот. А официально компания зарегистрирована в 2002 году. И вот в этом году у нас будет праздноваться 10-летие нашего клуба. Да, довольно-таки уже традиция проводить поединки во дворце спорта «Дружба». Также хочу вам напомнить, что был подписан контракт с замечательным стадионом «Донбасс-Арена», на котором свой последний турнир проводила и промоутерская компания. Вот, ну, сейчас, что говорится, зимнее время, и поединки проводятся здесь, во дворце спорта «Дружба», с которого мы ведем свою трансляцию. Николай Воронов, Украина, Донецк. Сегодня рейтинговые поединки. Вот как раз идет представление рефери на первый бой. В ринге Андрей Болясов, сбоку Марик Джангутдинов, Юрий Кулагин и Сергей Петров. Красный угол ринга приглашается Сергей Тасимов, который представляет Эстонию. Он родился в Эстонии и проживает в Эстонии. Боксер 1974 года рождения, ну, имеет довольно-таки большой послужной список. Рекорд провел 52 боя. В 10 одержал победу, 40 проиграл, имеет 2 ничьи в своем активе. Довольно-таки возрастной боксер. Вот видим.
Рефери проверяет амуницию боксера. А вот теперь приглашают нашего боксера. Представить боксера Далакяна Артема. Вот это его второй поединок. Вот. Первый поединок он закончил досрочно на Донбасс-арене. Это у него был дебют. Вот. Сейчас второй поединок. И наш боксер, который представлял раньше, защищал честь Донецкой области, мастер спорта международного класса. На любительском ринге он был участником чемпионата мира, Европы. Вот. И уже как бы делает свои шаги в профессиональном боксе довольно удачно. Ну и пожелаем ему удачи, чтобы в этом бою ему сопутствовала удача. Боксер-любитель, да. Был боксер-любитель. Довольно-таки у него длительная любительская карьера была. Ну вот теперь перешел в профессионалы. Очень давно я наблюдаю за этим парнем. Боксер-ортодокс. Родился в 87 году, живет в Донецке. Женат, имеет дочку, воспитывает. Того не знал я. Очень хороший автолюбитель. Так, первый раунд. Ну, видно сразу, как разведка боя, два боксера. Вот. Ну, Артем сразу проверяет боковым жестким ударом. Два боксера правши, ортодоксы. Артем Далакян в белых трусах, в красных перчатках. И оппонент, соответственно, в красных трусах и в синих перчатках. Ну, видно, что чувствует себя довольно-таки уверенно Артем. Ну, пока присматривается. Ну, в боксе это называется разведка с боем. Да, разведка боя. Боксеры подоберут свои ключи. Найдут слабые, уязвимые места, и тогда они проводят четкий, вот такой сейчас справа, хороший удар был. Вот. Хорошо. Хорошо. Смотрится, качает туловище. Ну, чуть-чуть бы руки повыше. Чуть-чуть бы повыше. Я понимаю, что каждый боксер ведет себя на ринге так, как позволяет ему соперник. Но все-таки. Хорошо ногами чувствует, чувствует ногами. Вперед, назад, движение. Все видит, все видит. Да, постоянно передней рукой. Хорошо. Ну, эти жесткие справа, акцентированные удары пошли, удары по печени. Суету убрать нужно. Точнее, чуть, точности, да, не хватает. Наверное, хочет завершить. Досрочно. Досрочно, да. Да, поэтому. Так, преимущество. Видно, что он искусней. Видно, что школа сильнее. Видно, что видит все. Сам чувствует, что видит все. Вот хорошо. Концерт. Хороший был удар. Да. Завершение раунда. Красный.
представляет нам Сергея Тасимова. Является мастером спорта по боксу, многократным чемпионом Эстонии. Да, длительный уже боксерский век у него. Все-таки более 52 поединков. 52 поединка провел. Серьезный стаж. И вот я смотрю послужной список его. Он боксировал и в Англии он боксировал, и в Армении, и во Франции, и в Италии. Вот последний свой поединок он провел с Андреем Бугаевым в Подольске, в России. Проиграл раздельным решением. Шестираундовый поединок. Итак, второй раунд. Хороший удар справа. Да, жестко Артем бьет, акцентированно так справа поставленный удар. Для боксера его весовой категории жестко бьет. Напомним вам, что весовая категория до 50,8 килограмма. Ух, хорошо, он встретил. Хорошо встретил. Вот так передней рукой нужно постоянно. Да, боксеру нужно поддавливать и не давать ему возможности двигаться. Что называется, напрягать его. Да, держать все время в напряжении боксера. Ну и контролировать бой. Видите, как хорошо работа передней руки, нужно больше, чаще. Хорошо ногами чувствует. Бьет с продвижением вперед, с продвижением назад. Хороший боковой удар. Нужно дорабатывать здесь. Да, возможно, не нужно заряжаться сейчас на удар. А может 3-4 удара туда набрасывать просто. Чуть напряжение это снять с себя. Я думаю, что прошел первый раунд, и напряжение уже не должно быть напряжение. У боксера, как бы сказать. Ну, я имею в виду заряженность эту, заряженность на удар. Вот. Ну, хорошо, видит. Видит. И здесь немножко нужно дорабатывать, когда попадает, нужно боксеру немножко дорабатывать. Так говорит и тренер на повторных атаках, тренер Гапон Игорь. Который секундирует его в данном бою. В данном бою. Чуть-чуть бьет выше, чуть-чуть подбородок нужно, точнее справа попадать. Так преимущество Артема во втором раунде очевидно. Закончился второй раунд. Ему 24 года. 24 года Артему. Он является чемпионом мира среди военнослужащих. Вот. Это проводит он свой второй поединок. Напомним, первый свой поединок он провел на Донбасс-арене. Тогда был его профи-дебют. И вот сегодня проводит свой второй бой. Видим, секундирует его Игорь Гапон. А также, можно сказать, рядом показали, да, сейчас Стаса Мердова. Станислав Мердов. Станислав тоже, который представляет Union Box Promotion тоже. Одноклубник Артема. Третий раунд.
фактически тактика не поменялась, ведение боя. Артем доминирует. Вот. Эстонский боксер противостоять ничего не сможет. Вот. Просто защищается, пропускает где-то. Ну да, видно, что почувствовал, уже пошел на обострение уже в третьем раунде. Уже все, да, тут такое. Как говорится, преимущество очевидно. Но остается только лишь точные удары. Обманные, четкие, точные удары. Хорошо корпусом работает, качает. Я думаю, клинчеваться не надо боксеру, он очень хорошо. Да, не давать сближаться. Тем более на ногах чувствует хорошо. Да. Чтобы не травмироваться, потому что можно травмироваться в ближнем бою. Да, рассечение. Очень, да, очень часто бывает боксер. Столкновение головами, рассечение. Самого себя обезопасить от этого ненужного. Вот так, передней рукой, побольше передней рукой нужно. Видно, что бьет с любой руки прицельно, с правой, с левой. Вот четкий справа удар. Контролирует ход поединка. Мы видим тренер Гапон повторять и подсказывает. Подсказка, да, подсказка, что нужно повторять. Напомним, что это четырехраундовый поединок. И хорошо работает, расстреливает ее. Завершился третий раунд. Да, видно, что в этих трех раундах доминирует Далакян Артем. Здесь доминирует. Преимущество его безоговорочное. Вот четкий четкое удар, попадание, да, четкое справа, да. Нужно было здесь доработать, повторить, как бы сказать. Я думаю, было более бы эффектное. Тренер настраивает его на последний раунд, мы слышим. Боксера с Эстонии. Ну, бокс — это спорт мужественных. Крепким духом, крепких, да, духом людей. Вообще крепких. Последний раунд. Чуть-чуть видно заряженность на удар справа. Чуть-чуть бы ему с передней руки начать и потом развить. Встречает хорошо. Встречает хорошо. Сам в атаке, когда видно, что хочет ударить. А встречает отлично. Вот. Вот так. Вот с игры с этой легче ударить намного. Поднять нужно, чуть повыше держать. Я понимаю, что чувствует, видит хорошо.
подбородка бить лучше. Тактически видно, что Артем хочет потянуть на себя противника и встретить его. Вот. Видно, боксер с Эстонии. Как говорится, боксеру терять нечего, начал идти немножечко вперед. Но он начинает пропускать встречные вот эти все удары. Вот, пожалуйста, справа и четко по печени. Попал по печени. И желание боксера уже остановлено. Видно, что боксер держит. Артем, хватит! Ок! Не уляй! Встречай, Серый, встречай, лети! Вперед, не вперед, пацаны! Хватит, хватит! Вот еще попадание на плечо. Тренер правильно подсказывает, плотнее, плотнее, и здесь поплотнее работать. Да! Больше элементы любительского бокса, чем профессионального, вы видите, больше передвижений таких вот. Ну, профессионалам больше создано точности, нанесения такой, можно сказать, виртуозности. Вот, видите, можно здесь пока списать это на второй поединок. Еще, как говорится, шелухи много. Молодой, можно поздравить. Молодому, можно поздравить. Да, Максим, я думаю, победа здесь безоговорочная. Вот, четкая, уверенная победа. Вот, есть, конечно, какие-то небольшие погрешности, но довольно эффективно и эффектно пробивал справа. Это было заметно. Но боксер оставил с Эстонии. Ну да, Эстония. Вот. Тоже можно его мужественный поздравить. Парень, мужественный парень. Да, мужественный парень. Смотрите, какие удары по печени выдерживал. По печени да. В последнем раунде пропустил вот. Пару ударов. Вот и справа, и по животу, и здесь, пожалуйста. Вот, вот здесь, смотрите, встречи, какой встречный, да, очень сильный удар. Ну, видно, что хорошая школа у Далакяна. Видит, чувствует. Хорошо на ногах двигается. Ну, что хотелось бы сказать, что в мире существует 17 весовых категорий. Это в профессиональном боксе. В Европе существует 14. И вот категория 50-800 – это первая категория в Европе. Так что пожелаем Артему вот с его начинанием, чтобы он стал чемпионом Европы в этой категории 50-800. Да, присоединяюсь к этим пожеланиям. Сейчас рефери ведется подсчет, и судьи вынесут свой вердикт. Мы видим тренера Гапона, который снимает перчатки. Наставника, который готов к данным соревнованиям, спортсмена. Судья Андрей Болясов. Тоже в прошлом бывший боксер. Мастер спорта. Да. Чемпион Украины. Вот, также был профессиональным боксером. Да, теперь судья международной категории. Вот так и предполагалось. Единогласным решением судей победу одержал Артем Далакян. Поздравляем, Артем. Поздравляем, поздравляем его. С его победой. Вы видите фотографии на память. И сейчас мы будем готовиться к следующему поединку.